Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем проходить ретро-игрушки. Нет знаний, не дающих силу. Новая игра. И это Ultimatum Mortal Kombat 3. Получается, это как бы улучшенная версия Mortal Kombat 3. Ты был выбран, чтобы представлять Землю на турнире Mortal Kombat. Помни, что хоть твоя душа защищена от посягательства Шаокана, он может лишить тебя жизни. Я не могу вмешиваться, пока боги внешнего мира правят на Земле. Рейден. Уже много веков эти турниры — единственная возможность землян защищать себя от императора внешнего мира Шаокана. Но в этот раз Шаокан решил воплотить в жизнь план, задуманный им еще 10 тысяч лет назад. В те давние времена внешним миром вместе с Шаоканом правила королева Синдл. После ее неожиданной смерти колдун Шаокана во главе с Шан Сунгом сделали так, чтобы через 10 тысяч лет дух Синдл вновь перевоплотился на земле. Перерождение Синдл в будущем дало Шаокану возможность открыть между измерениями портала и отправить на землю свои легионы. Сломив сопротивление землян, Шаокан постепенно стал превращать землю в часть внешнего мира, уничтожая людей и похищая их души. Но было несколько душ, украсть которые Шаокан не мог. Эти души принадлежали бойцам, выбранных для участия в турнире Mortal Kombat. Спасающиеся люди оказались разбросаны по всей планете, и Шаокан приказал своим воинам найти их и уничтожить. Кому-то удалось отбиться от солдат императора, большинство погибли, но у выживших остался последний шанс на спасение всего человечества. После первого турнира Соня неожиданно пропала. Джакс отправился на ее поиски во внешний мир. Там он обнаружил, что Соня вместе с ее заклятым врагом Кано находится в плену Шаокана. Джакс освободил заключенных, но в последний момент Кано удалось сбежать. Активные научные исследования клана Лин Куэй привели к созданию первого киберубийцы. Ученые клана приступили к массовому преобразованию ниндзя бездушных роботов. Саб-Зиро вступил против этого и был приговорен к смерти. После победы в первом турнире Лю Канг вернулся на землю вместе с Кун Лао, начал тренировать новое поколение монахов в Шаолине, но ничто не могло спасти их от вторжения из внешнего мира. Нуб Сайбот прибыл из самой темной области реальности Нижнего Царства. Он является членом темного братства теней, которое поклоняется таинственному старшему божеству. Миссия Нуб Сайбота заключается в наблюдении за событиями, происходящими в нашем мире, и донесении информации о них своим загадочным лидерам. Так, ну вот, получается, историю посмотрели, и как вы заметили, эта история та же самая, которая и была в Mortal Kombat 3. Только получается здесь вот в Ultimatum Mortal Kombat немного изменили, короче, задники. Ну а сама история, короче, сюжет игры остался тем же самым. Ну и давайте посмотрим, что здесь в настройках. Так, тут получается, что тут? Что тут можно сделать? Кровь можно выключить. Потом сложность игры, кнопки. Как вы помните, а если не помните, то можете посмотреть на канале. Самую первую Mortal Kombat я проходил на тоже
сеговскую версию я проходил на среднем уровне сложности, потом вторую я проходил на самом легком, третью я проходил на норме, ну а эту давайте пройдем на хардесте или на супере. И буду я проходить на вот этом уровне сложности не потому, что какой-то там супер-мега-скилловый, а потому что сейчас покажу почему. Все потому, что я буду играть за Нуб Сайбота. А Нуб Сайбот сейчас считается тут мега таким, короче, чуть ли не читерским персонажем. Да, как вы заметили, здесь ростер поменялся по сравнению с Mortal Kombat 3. Здесь добавились классические ниндзя, есть Скорпион, есть Рептилия, есть Саб-Зиро ниндзя, есть Саб-Зиро не ниндзя, маска, которая... Потом здесь, видите, есть даже... Так, что тут еще есть добавили, да? Китана, Милена есть. Милина. В третьей части Mortal Kombat их тоже не было. Так. Ну и выберем вот эту вот первую. Не слишком, чтобы долго проходить. Первый столбец. Также немного про Нуб Сайбота. Как бы по классическому лору. Нуб Сайбот — это самый первый Саб-Зиро, который был убит Скорпионом. Потом его воскресили. Вот, кстати, Скорпион — первый противник. Когда запускаю такое облачко. То он не может, короче, меня атаковать. Да, и минусом Нуб Сайбота является то, что у него вроде как бы нету вообще у него фаталити. На декорациях тоже вот не знаю, есть или нет, но я вот смотрел там в интернете, я не нашел. Получается, будем проходить без фаталити. Блин, не размялся перед игрой. Чистая победа. И когда вот играешь на Нуб Сайботе, как-то вообще не замечается, что это самая сложная сложность. Да и на чем я там остановился? Ну вот получается, что самого первого Саб-Зиро убили. Я вот не помню, как его имя. Потом воскресили. И получился Нуб Сайбот. Он там вроде бы служил. Куан Чи он служил. Еще там он кому-то там служил. Из этих изумений Нуб Сайбота это вот этот вот телепорт, когда ты, короче, телепортируешься и захватываешь противника и его бросаешь. Потом вот это вот облачко, которое не дает противнику использовать свои умения. Также у него очень легкие комбо.
Я люблю вот этого комбо с ногой. Вот зараза. Все-таки он меня одолел. Гад, а? Так, здесь вроде бы тоже. Так, есть. Саб-Зиро побежден. Следующий Сайрекс. Кибернетический организм. И вот получается, если не тупить, то противник, видите, нормально ложится. Так, сейчас вот будет, короче, вот такой бой, это против двух противников. Нужно будет прям очень сильно не тупить. Ой. Блин, зараза. Победил. Так, второй. Поехал. Рептилия. Так, второй раунд, короче, я отыграл. Даже с чистой победой. Блин. Так, ну все, вот я уже, получается, дошел до Матаро. И как вы помните, в третьей части я проходил, в Mortal Kombat 3 я проходил Ночным Волком, и там у меня была особая тактика, а здесь вот я попробую другой тактикой. Да, вот такая вот прикольная тактика. Напоминаю, что это Hardest, самый сложный уровень.
даже чистая победа. Так, а вот с Шао Кану придется повозиться, потому что он не такой легкий. И вот апперкоты у Нуб Сайбота, они отличаются от апперкотов Ночного Волка, и тут придется, короче, они... Ну, сейчас сами увидите. Блин, давай. Так, ну раунд я у него взял, но он меня прям очень сильно покоцал. Апперкоты не всегда срабатывают. Вот, видите? Опачки. Вот так вот получилось. Апперкотом. Я уж думал, сейчас проиграю ему, потому что он мог меня молотом вдарить. Нуб Сайбот. Победил, Шао Кан уничтожен. Ты чемпион. Ультиматум Mortal Kombat 3. Так, ну теперь вот видите, это когда в третьей части Mortal Kombat, там сразу показывалась тебе заставка за того персонажа, за которого ты прошел башню, сразу показывалась заставка. А здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сразу 10 наград, и ты должен выбрать какую-то одну из этих. И для того, чтобы посмотреть другую, тебе приходилось, когда ты играл на Сеге, тебе приходилось снова все проходить игру. Но так как я играю на эмуляторе, я сейчас, короче, возьму и вот здесь вот с этого места сделаю сохранение, а потом вам уже покажу вот эти вот все награды, может быть, если кто не видел. Вот это вот тоже, вот это вот отличие. Ультиматум Mortal Kombat от Mortal Kombat 3. Тут еще вот внизу написано: ты нашел сокровище Шао Кана. Как и следует подумай. А, как следует подумай, выбери одно из них. Я выбираю все сокровища. Зачем мне нужно одно? Так, ну вот, я, короче, получается, сохранил. Ну и давайте тогда смотреть первое, что нам тут первое сделает, покажет. Победная заставка первая. Изначально занимавший нейтральную позицию, Нуб Сайбот получил приказ примкнуть к армии Шао Кана. Он должен был встретиться, втереться к доверию к императору и получить доступ к порталу, ведущему на землю. Тороплюсь, чтобы успеть, а то они слишком показывают. Уничтожив избранных воинов земли и внешнего мира, Шинок, свергнутое высшее божество Нижнего Царства, получил силу, достаточную для того, чтобы вернуться в пантеон высших богов. Шинок? Так, ну вот, короче, первая это была концовка, мы ее посмотрели, только я там не понял, там правильно перевели или нет, не знаю точно. Теперь давайте смотрим второе, что это. Другая реальность. Ты был отправлен в другое измерение, измерение, в котором ни земные войны, ни Шао Кан. Короче, это игра Галага. Блин, все, проиграл. Так, ну что, второй получается это какая-то стандартная классическая игрушка типа Space Invaders. Третья, давайте смотреть, что это. Случайный выбор награды. О! Ha ha ha!
Опа. Человеческий смоук. Короче, сражение против Саб-Зиро и человеческого смоука. Сразу так с разбегу. Зараза. Как вы видите, жесткий. И у него эти самые. Как я понял, умения у него все от Скорпиона. Так, третье посмотрели было. Это было там какое-то, было написано случайное сокровище, но это получился бой против человеческого смоука и Саб-Зиро. Теперь третья награда. Что там такое будет? Демонстрация Фаталити 1. Понятно. Кстати, да, прикольные фаталити. Так как я в течение игры их не сделал, то давайте уже посмотрим сейчас их. Так, тут получается была демонстрация фаталити первая часть. Теперь вот вопросик, что это такое. Демонстрация фаталити вторая часть. Так, ну вот вопросик, это была вторая часть. По логике, наверное, вот это вот. Молния, это, наверное, будет третья часть фаталити, да? Да, точно, я угадал. Так, а вот теперь вот эта вот эмблемка Горра, я вот не знаю, это будет четвертая часть фаталити или там, или это будет с кем-то сражение. Нуб Сайбот, Рейден. Thank you.
А, против двух. Сражение против двух персонажей, Нобзайбот и Рейна. Бля. Так, продолжаем смотреть, значит, награды за прохождение игры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Осталось нам просмотреть три награды. Вот, значит, здесь эмблемка Рейдена. Что тут нам дадут? Классический бой МК-2. Опять. Да вроде ж такая награда была. Ну да, точно, я помню. Перед этим. Какая-то повторяющаяся, что ли, награда. Блин, промазал. Все, чистой победы не будет. Так, ну и осталось посмотреть предпоследнюю и последнюю иконки. Давайте смотреть этот вот с эмблемкой Шаокана, что ли? Мега битва. Мне уже страшно. Блин. Третий пошел. Блин, зараза, сволочь. Четвертый. Нет. Четыре, да, получается? Противника. Фух, что-то я аж весь вспотел. Нет. Нет. Что-то он тупанул прям. Сейчас не тупанул.
Нет. Черт, проиграл. Чуть-чуть оставалось. Сейчас все будет. Есть. Как он удачно. Неудачно. Гад, а? Телепортом. Вот сволочь, а? Нет. Короче, блин, что-то у меня бруталити он не делает. Ух. Ну вот, на последнем что-то у меня это не получилось. Так, ну и получается, вот это вот была битва против четверых игроков. И давайте посмотрим последнюю награду. Супер демонстрация. Ну это получается опять показывает фаталити. Да, кстати, по сравнению с третьей частью, я не помню, там были бруталити уже не, или нет в третьей части. Мне кажется, что вот этот фаталити уже был у Сайреса. Его показывали предыдущие, что-то они, блин, какие-то халтурные награды. Повторяется. Или может быть это супер демонстрация, это, наверное, все, которые предыдущие три части фаталити показывали, а тут... А, точно, короче, а это вот все их сразу тут показывают, походу. Finish him.
Ну, короче, уже походу начали показывать бруталити уже. Пошли. Но бруталити, они у всех персонажей одинаковые. Просто у них комбо разные, а результат получается одинаковым. Всех разрывает на клочья, на кости и мясо. Так, а вот, короче, начались эти френдшипы, тоже прикольные, добивания. Finish up.
Блин, забавная. Так, это уже началось бабалити. Но мне они не особо нравятся тут. Что-то просто они превращаются в младенцев и все. Да, это было прям очень долго. Вот эта вот последняя награда в виде черепушки. Там показывают, короче, все фаталити, потом все бруталити, все френдшипы показывают, и еще и бабалити. Так, я что-то вот... Ну, я все награды вам показал. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все 10 наград. Я что-то не могу успокоиться просто так. И выключить игру, так как я не прошел вот это вот. А эмуляция мне позволяет это сделать, поэтому я сейчас попробую еще раз пройти мегабитву. Не успел зажать кнопочку блока. Классно. Прям на апперкот. Молодец, Смолок. Так, это Ермак. Милина. Так, есть. Первый раунд победил. Еще. Блин, не то сделал. Ладно, сейчас. Блин, там же еще Милина. Так. Ну вот. Получается, прошел я этот бонус, в котором нужно было победить 4 противника. Получается, вот я использовал... Короче, склейки я использовал только в сохранении, чтобы показать вам в конце все награды, чтобы вот этот бонусный бой победить, а так... И еще в начале я тоже там монтировал, чтобы вот это вот... вырезать ненужное, чтобы показывать вот эту вот историю, самую историю, сюжет игры. Ну а вот этот в целом, получается, сам геймплей прохождения башенки, там склеек я не использовал. Потому что зачем? Это же будет самому неинтересно. Так, ну если вам понравилось прохождение Ultimatum Mortal Kombat 3 за Noob Saibot, ставьте пальцы вверх.
также Noob Saibot, это получается, прошел я на хардесте, на самом высоком уровне сложности, но было это не очень сложно, так как Noob Saibot это типа имба Mortal Kombat 3 ультиматума. Так, ну а дальше там вроде, что там у нас дальше? По-моему, следующей игрой была Mortal Kombat Trilogy, да? Где они там собрали всех игроков и еще даже боссов. Там даже можно за боссов в них играть, но это уже совсем другая история. Всем пока. Yeah.